Хотел бы поделиться с вами новостью такой, да даже не новостью, а крик души. Наши врачи – самые настоящие клетвопреступники. Даже несмотря на то, что, может быть, у них какие-то и условия неприятные там, и, может быть, их и государство жмет со всех сторон, но, тем не менее, они являются клетвопреступниками, потому что они все давали клятву Гиппократа, и все они против нее работают. Они работают за деньги только в основном. Если им выгодно полечить какого-то пациента, или им выгодно продать какое-то лекарство дорогое, фармкомпании с ними связываются. Поэтому нормальных врачей очень мало уже осталось. И все они будут, говорят, у преступники судимы Богом именно за свои злодеяния. Потому что они не лечили как должно, а только за бабулу лечат. Вот это вот ОМС-страхование тоже очень сильно подводит всю нашу медицину. Ну да ладно, в общем, высказался.